Добрый вечер. Правительство Москвы, Московская государственная филармония, посольство Соединенных Штатов Америки, консульское управление МИД России и Центр музыкального искусства «Классика» проводят благотворительный концерт, посвященный 500-летию открытия Америки. Сбор от концерта будет направлен на спасение и сохранение уникального памятника русского зодчества и музыкальной культуры Большого зала Московской консерватории. В концерте участвует солистка Государственного академического Большого театра России Нина Раутио. И Государственный малый симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, лауреат международного конкурса дирижеров в Лондоне Владимир Понькин. Свой гонорар Нина Раутио просила перечислить в фонд реставрации Большого зала консерватории. В программе первого отделения концерта произведение Петра Ильича Чайковского. Вступление к опере «Евгений Онегин» исполняет оркестр, дирижер Владимир Понькин. Thank you.
письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин». Исполняет Нина Раутио.
или пиковая дама? Thank you.
Италия, Лизы. Откуда эти слезы? Из оперы «Пиковая дама». Thank you.
Анатолий Бойд. Симфоническая картина из оперы «Мазепа». Thank you.
из оперы «Мазепа». Антракт ко второму действию оперы «Орлеанская дева». Thank you.
Орлеанская дева. Thank you.
веком.